В семье Магдаляновых четверо детей, все девочки. Старшая уже взрослая, младшая 5 лет. Средняя Лера и Кира, помимо основных занятий в общеобразовательном учреждении, учатся в детской школе искусств «Горок Ленинских». Я всегда говорю, что дети, когда приходят в музыкальную школу, они должны учиться вместе с родителями. Если будет союз, контакт, родители, дети, то все у нас получится. И вот Магдалянова Алики Владимировна эту роль выполняла прекрасно и выполняет. Обнаружив у Леры данные к вокалу, педагоги порекомендовали родителям заниматься девочке сольным пением. Она очень явно открылась и развивается в этом направлении. Я вижу очень большое участие со стороны семьи, особенно мамы. Она поддерживает Леру. Ей очень нравится, когда Лера звучит. Мама старается как можно больше уделить внимание и старшей своей дочери, и младшей своей дочери, которая тоже у меня занимается сольным пением. Но пока большие успехи у Леры. Она дипломант и победитель районных и областных творческих фестивалей. Во всероссийском конкурсе академического пения Валерия заняла 3-е место. Счастья хотят все, но больше всего счастья детям хотят их мамы. Так как у меня девочки, я, конечно, больше рассуждаю с позиции именно девочек, что бы я хотела для девочек. Конечно же, чтобы они реализовались свое женское счастье. То есть в первую очередь, чтобы они были успешны в материнстве, в семейной жизни. Очень хотелось бы, чтобы они реализованы были в профессиональном плане, разнопланово, чтобы дети развивались, были порядочными людьми, за которых бы нам не было стыдно. Я мечтаю стать профессиональной певицей. Все свои концерты я посвящала своему самому родному человеку, своей маме, и в дальнейшем я тоже буду посвящать все свои концерты только ей и только. Я ее очень сильно люблю, и она меня тоже. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, «Видное ТВ».